in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Как здорово выходит и какой галешник! Аман Диало, вот вам, пожалуйста, и большой привет! Аман Диало, его появление, и сейчас развернулся в воздухе, как Джордан. Манчестер, на Кавани передача, ошибка вратаря, приехали. Бруно Фернандеш оформляет дубль. Мерт Гюнок сейчас был не ок. Совершенно не его. Но Манчестер Юнайтед, смотрите, опять заброс, и опять он проходит. Столкновение трех игроков Реал Сосьедада, защитники и вратарь. И в итоге мяч отскакивает к Бруно Фернандешу, и он уже не имел права не забить. 1-0 в пользу Фернандеш. Счет на подачу Наталья, Погба скидывает мяч, рикошет, гол, 3-2. Но, по-моему, мяч забит рукой. Или нет? Нет, 3-2. Мяч засчитан. Before the storm, things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down to what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We are the revolution. Can you hear the sound? Башак вскакивает, Бруно, и он вколачивает его под перекладину. Но мы говорили о том, как умеет отдавать и забивать Эдин Вища, который выбил мяч на угловой. А может быть, не сам гается, съедат. Манчестер Юнайтед с этим легко справляется. Вот выходит еще в одну опаснейшую атаку. Забивает Бруно Фернандеш. Правда, мяч не засчитывается из-за положения вне игры. А сразу же была...
Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. Еще раз Бруно делает великолепный пас. И надо забивать в этой ситуации. Рашфорду выход 1-1 и гол. 2-0. А судья свистит. По-моему, офсайд. 3-1. Бруно бежит за мячом. 10 минут до конца матча остается. И... Фернандеш выводит таки Манчестер Юнайтед вперед на 23-й минуте. Give up.